Всем привет, друзья! Вы на канале Шедер Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами Зов Моря. И в прошлой серии прорвались вот сюда. Это какой-то храм, по идее, должен быть. Где, возможно, находится Гарри. По крайней мере, так считает Нора. Вообще, мне ее самообладание и спокойствие очень нравится. В прошлом лагере мы обнаружили, что там были жертвы. Один человек сошел с ума, зарезал другого. А Нора с таким голоском говорит: «Гарри, ну что же ты, ты же, наверное, где-то здесь находишься, да? Ты ради меня пошел на такие приключения». Ну да, надеюсь, так и будет. Надеюсь, мы его найдем. Ну что, поднимаемся, это дорога к храму. По пути наверх я все время видел эти колонны в форме подковы. Они указывают путь. Ну, стоит, наверное, их зарисовать себе в дневник. Кстати, у нас что тут? А, у нас еще прошлое не стерлось. Ладно. Значит, это еще предыдущая глава. Я так понимаю. Нет, это глава новая, но мы еще вернемся в предыдущую главу, я так думаю, точно, потому что у нас там незаконченное дело. Я на вершине горы, это ромбовидная штука, отсюда как на ладони. Самое главное, здесь светло. А внизу горы была ночь у нас. Мы освещение даже включали. Вау. Здесь они тоже успели что-то построить. Ну, Гарри, ну рукастый парень. Смотрите. Даже столбы поставили и провода сюда провели. Гарри электрик был, оказывается. Он точно выжил, я вам говорю. Пойди. Вау. Куда-то меня затащило тут. Нет, это просто в кусты. Был повод сходить. Так, ну вот тут генераторы есть. Там водица. Какие-то палки торчат. Вышка имени Гарри. Снова пустые ящики. Что это такое? Нам надо к этому подходить, нет? Лучше, наверное, в душ не трогать. Это руки? О боже мой, что это? Это все, что осталось от Гарри, который вдоль взялся за провод? Что-то такое. Неужели ему удалось собрать это из частей корабля? Это Фрэнк настоящий гений. Это наши руки. А мне нравится, да. Нора, ты знаешь, что у тебя не хватает пару частей тела? Не хочу ее расстраивать. Нет, таких багов я еще не видел. Но это пугает, конечно, немножко. Надеюсь, это не повлияет на прохождение игры. Да, можно я залезу? Нет, подожди. Это Фрэнк настроил все-таки, не Гарри. Дайте тут осмотрюсь малость. Все, у нас тут все, пошел хаос. Смотрите, банки в воздухе летают. Опа, фото этой самой К. Похоже, с ним был сделан украдкой. Она выглядит нерадостной. Так, конечно, она тут в кусты зашла, а ее тут фотографируют. Все вы были нерадостны. Блин, эти руки, конечно. Не могу успокоиться. Блин, включите свет, ничего ж не видно-то. Тут лампа, кстати, есть. Надо попробовать дернуть за рычаг. Не за руки, а за рычаг. Ну, давай сюда. Я думаю, здесь где-то есть генератор. Нет, руки есть. Значит, это запасные руки для Норы. А вдруг оторвет? А, вполне возможно. Ладно, что там вверху? Забавно. Здесь ничего не заклинит в игре из-за таких штучек. Так, это, да, это генератор. Ну, не генератор, это хрень какая-то. Подожди, как... А, во. Нужен источник энергии. Провода ведут куда? Провода ведут... Не знаю куда. Ладно, что сюда лез тогда в дождь. Пошли тогда обратно. Нора, береги руки, это плохое предзнаменование. Ну?
Ну, хоть заставка активировалась. Это хорошо в этом месте. Могла их заставка не активироваться. Ладно, пошли искать источник энергии. Можно, конечно, по темному здесь поползать. Да давайте, в принципе, какая разница. Чем-нибудь скажешь? Нет? Нет. Чтобы оно заработало, мне придется задействовать корабельную турбину и еще пару штук, прихваченных с корабля. Посмотрим, удастся ли мне с этим скудным набором запитать всю конструкцию. Тут она что-то ничего не... А, Гарри убежден, что лекарство от моей болезни находится в этом храме. Храм Черная Жижа и Болезнь Норы. Надо открыть эту дверь. Гарри, конечно, да. Рисковал как мог. Накал? То есть это как Атлантида, только в Тихом океане, так? Легенды гласят, что континент Му скрылся под волнами Тихого океана много тысячелетий назад. Его архитектуре массивной каменной постройки неправильной формы контрастирует с сооружениями в форме ромба, что напоминает другие ромбовидные символы, например, лозенге или индуистскую звезду Лакшми. Или Лакшми. Однако эксперты считают, что символика данных сооружений народа Накал иная. Вместо плодородия и процветания ромб здесь символизирует эволюцию преображения. Интересно, Накал тебе. То есть мы мало что полезного найдем. Если тут на тебе кал. Так, воспроизвести звук органа, громкоговоритель, генератор. Не установлены шины этой башни, громкоговоритель, чтобы произвести звук органа. Умный ход, сердечный друг. Мой милый сердечный друг. Так, там что-то не видно? Ладно. Неудивительно, еще какая-то фоточка. Так. На фото хорошо видно, как он подавлен. Что с Фрэнком? Он так похудел. Ну как похудел-то, еще бы руки увидеть такие. Так, ладно, пошли искать способ запустить электричество. Может, еще что-то в этом домике найдем. Идем по кабелю. Туда можно. А там... Фрэнк умер. Ой! О-хо-хо. А я чуть на его на могилу не наступил. Блин, ну да, вот он. Евангелина и папа. О, у Фрэнка была дочь по имени Евангелина. Какая милашка. Как жаль, он был таким талантливым парнем. Кажется, они с Гарри были хорошими друзьями. Фрэнк Дрейтон. Так, еще минус один. Похудел и умер. Ну давай, Нора, скажи свою фразу. Ну, Гарри, я надеюсь, ты за этим поворотом. Они построили турбину, чтобы получать энергию от потока воды, но колесо слишком далеко от ручья. Ну, немного просчитались, бывает, да. Так нам надо его пододвинуть. Ой. А, это свет вы... Подожди. А, это мы в пещеру вошли. Вы что такое, блин? Не надо меня пугать. Так, что здесь у нас тут валяется? Что-то кровавленное. Тряпки, пропитанные кровью. Наверное, Фрэнк все-таки засунул руку не туда. Так, Библия, должно быть, она принадлежала Фрэнку. Еще какая-то записон. Он думал, что это просто царапина, но становилось все хуже. Я пытался сделать хоть что-то сраное, которое донес мне Дэвид, но заражение не проходит. С каждым днем все хуже и хуже. Ну да, это из-за того... Удара ножом того психа. Который с ума сошел. Ну что, тут есть какие-то интересные моменты. Я думаю, ничего не сработает. Но это неудивительно. Стоять. Тут у нас еще есть какие-то штуки. Рычаги соединяют шестерни, чтобы передавать энергию от колеса на турбину. Откуда же энергия-то возьмется, если вода не достает? Может, ее надо толкануть? Кто проектировал это все? Так, ну давай попробуем, просто понажимаем. Ну, не работает, ну и ладно. А, это что? Не знаю.
Нора, разбирайся, ты же у нас механик, электрик, теолог и все остальное. Ну давай попробуем. А как-то можно взаимодействовать на них по отдельности? Вот это, наверное, можно нажать, да, мне кажется, а ну. Подожди. А, в дырочку попасть надо, на минутку. Как там оно идет? Вниз, да, идет. В дырочку, чтобы попасть. Это вот это в дырочку может попасть. Вот это попадет в дырку. Да. И что? Нет, нам, наверное, надо его как-то запустить, а потом только нажимать кнопки. Так что ты смысл от этого-то не особо много. Тут же одна кнопка, ну да, одна, я больше ни на что не могу нажимать. Ладно, сейчас посмотрим, что вверху. Это понятно, вот эта кнопка, да. Ладно, пошли давать энергию. Это такое мутненькое все. Тут испарение, дожди. О! Что-то уже зарисовали. Вот это и даст нам, наверное, энергию, мне кажется, да? Дало? Не знаю, кто-то маленький под ромбиком. Ладно, надо узнать, как... А, вон, это что-то правое, первое, да? А какое второе? Не? На удачу не попрет? Не? А может, давай. Ладно, давай посмотрим, что тут к чему. Можно, конечно, потыкать. Это что? Это канал для воды. Решил заглянуть. Так, канал для воды, хорошо, вода пойдет. Заполнит вот это дело, это что? Вокруг амфитеатра какие-то устройства для воспроизведения звука. Самодельные громкоговорители. Видимо, для усиления звука. Это что, дискач был, что ли, концерт какой-то? Слушайте, тут... Гарри тут хорошо повеселился, блин. Так, это... Что за звуки? Вот эту штуку, это вот эти 4 ромба. А, так они и там, и там. О-о-о. Ну тут вверху надо нажать, да? А, их 4. Один только сломан. А, я так на каждое надо свое нажать, да и все. А что, это тоже звук, да? А че я сюда не подходил, когда проходил там? Я подходил сюда, нет? Подходил. Короче, здесь нажимаю вверх, я думаю, да? А ну покажи мне это дело. Ну да, это, по-моему, вверх. Так, журнал, что ты там не хочешь рассказать?
С восходом солнца начался легкий дождь, я почти добралась до вершины горы, где находится огромная каменная постройка, на которую указал Орган. Члены экспедиции собрали на вершине странное металлическое сооружение прямо перед входом в древний каменный храм. Члены экспедиции использовали часть выброшенного на берег корабля, чтобы собрать это сооружение, то есть при помощи всех этих приспособлений Гарри собирался вскрыть эту каменную дверь, но на фото Фрэнк-инженер выглядит очень худым и слабым. Кажется, он очень болен. Фрэнку становилось все хуже и хуже, а потом он умер. Такой хороший человек был, это так грустно. Это стилизованный амфитеатр, где Гарри с командой собрали сложную звуковую систему. Собранная Гарри и его парнями конструкция запитана от гидроэлектрического генератора, но водопад не может провернуть колесо, он слишком слабый. Мне удалось открыть люк, и теперь поток воды достаточно мощен, чтобы какой-то люк открыло. Чтобы вращать колесо и вырабатывать электричество. Но, кажется, генератор не мешало бы настроить. Какой ты люк открыл? А ну, расскажи мне. Почему про него ничего не знаем? Так, нажимай вот это. И давай отсюда начнем. Вот тот люк надо открыть. Верхний. Так, давай начнем справа. Так, понимаю, это так работает. Рок-концерт. Рок-концерт здесь был. Или вниз, что-то внизу. Наверное, ноль туда вверх. Самодельные громкоговорители. Видимо, для усиления звука. Там внутри символ. Ну вот они, да, знаки. А с какой стороны какой? Ладно, разберемся. Это что за досточки? Куда они добавились? Странные символы в пустом бассейне. Ну вот первый. Вот мы нашли второй. Еще два где-то находятся. Это самая толстая дверь, какую я видел. Откуда ты знаешь, насколько она толста? Так, надо устроить вечеринку. Просто так бы и сказал. Это что у нас такое? Так, подожди, я как же туда доберусь-то? А это что за... Где я? А, вот еще один поваленный. Господи, похоже, оползень уничтожил все палатки. Все, кроме одной. Так, порванное фото. Кажется, полинезийскому проводнику не понравилось, что кто-то фотографирует его шрам. Тут всем что-то не нравилось, когда их фотографируют, поэтому Фрэнк и помер, мне кажется. Оползень пощадил всего одну палатку, ту, в которой хранились амулеты. Угу. Ага. Так. О боже. Нора, это ты? Ой, извините, мой сердечный друг, но рисование-то не твое. Нора, что это такое у тебя в разные стороны? Вы точно муж и жена, нет? Или его заставили? Там руки, тут глаза. Сердечный друг. Так, а ну что это такое? Такое вот это вот это. Это вот это. Ну да, это мы крайне нашли. Интересно, какой где находит. Надо четвертый еще что-то искать. Так. Не знаю, успел ли Гарри прочесть это письмо. Мистер Эвер Гарри. Вы хороший человек, я знаю, вы любите свою жену. Сделайте себе одолжение, возвращайтесь домой к ней. Здесь вас ждет только смерть. Уезжайте немедленно. Кэс будет пытаться убедить вас остаться. Не слушайте ее, у нее на уме только сенсации. Пишу из последних сил, простите, прощайте, Фрэнк. Кэс. Кассандра еще где-то находится, это репортер. О, нашел еще одну бумажку. Так. Ты скажешь что-нибудь, нет? Мистер Франклин Дрейтону-младшему, Гранд-стрит 12, Маут-Байю, штат Миссисипи. Дорогой мистер Дрейтон, это Фрэнк, который...
Мы подтверждаем, что 30 июля получили от вас письмо с прошением о приеме на инженерный факультет. К сожалению, сообщаем вам, что не уполномочены принимать на учебу цветных. Сожалею, но мы ничем не можем вам помочь. Искренне ваш, Джон Р. Бетфорд, глава приемной комиссии университета. Расисты. Фрэнка не приняли в университет, какой позор. Ну да, 34-й год. Это ж... This is America. Так. Где нам найти этот четвертый камень? Наверное, с той стороны валяется. Тут нельзя ходить. А, вон он. Нашел. Так, тут еще какая-то схемка. Эти фигуры, они что, поют как хор? Ну, наверное. Чем я к краю не подпускаю? Это опасно. Капли дождя освежают. Хорошо-то как. А это куда спуск? Ты же запутался на этой горе. Подожди, это ж начало. Я долго сюда лезла, но, видно, явно того стоило. Да мы на том же месте, Нора. Мы круг сделали, это ж начало. Может, сюда поднимались, да? Да. Вот это ж еще одна, нет? Да, это начало. Просто круг. Да, к этой колонке. Опять эти руки, о, блин. Я не могу здесь стоять спокойно. Так, тут застали Кассандру. В кустах. Как жалко Фрэнка в горе, не так уж было много друзей. Стоит узнать его получше, он оказывается таким остроумным, таким веселым, любящим, но ему просто... не просто открыться другому человеку. Так, господа хорошие, мы не нашли одну статую. Могу поток воды. Мы с вами не нашли одну статую. Как и Диана. Это статуя раз, правильно? Да. Мы кнопку нажали. Вот появилась. Одной статуи не нашли. Вот эту с крестиком. Она заваленная, скорее всего. Вон она была. Нет, заваленная друга. Подожди. Так, подожди, вот же статуя. Ты смешная, Нора. Мы вот сюда просто не дошли немножко. Ну да. А она с Немарком. Раз, два, три. Смотри. Ну давай. Споем чего-нибудь. Ну да, вон она, последняя статуя. Так, что это такое? Опять слушать будем. Думаю, ты играл по нотам из органа, но они были неверными. Какой же я дурак, самоуверенный идиот, оползень мог всех убить. И виной всему мое упрямство. Ну давай, Гарри, поделись информацией. Ладно, можешь включить это, Кэс. Пожалуйста, Мсе, не надо этого делать. Не сейчас. Разве мы не получили достаточно предупреждений, мсье Эверхард? Неужели мы хотим очередной смерти? Послушай, Фрэнк отдал свою жизнь, чтобы все подготовить. Сейчас не время для обсуждения, мы должны это запустить и точка. Ясно? Кайо-йо-майо. Ну, томаты. Прекрасно, у тебя все наладилось. Пожалуйста, Кэс, запускай ее. Давай же, работает, давай, это... Что-то не так, Гарри? Земля трясется, нет. Нет. Нет, палатки! Эверхард, ты идиот, ты нас всех убьешь. Выключи эту гадость. Ну вот, всех и раздавило.
Ладно, что у нас тут еще есть? Это тоже электричество. Никакой реакции. Тут что-то не хватает. Так, есть последний столб. Дайте еще сюда посмотрю, если я не дошел. Ну да, я пошел по другому пути. Я пошел сюда, а отсюда не зашел. Так, тут последняя у нас фигня. Тут я не знаю, что нажимать. А что-то реально нажимать. Первый. А как их расположить, если это четвертый? Четвертый, это третий. Ну подождите, первый. Второй. Третий. Четвертый. Значит, третий должен быть... Подождите, если первый вправо я нажал, второй я нажал вверх, четвертый нажал влево, значит, вниз. One, two. Ничего не получается. Неудивительно. I like singing so much. Harry and I often sang together. When my обожаю петь. Когда моя состояние ухудшилось, Гарри решил, что не стоит тратить силы попусту, и мы перестали петь. Я знаю, что это было для моего же блага, но моя болезнь заставила всю нашу жизнь вращаться вокруг нее. Ладно. Пивунья ты наша. Что нам дальше делать? Тут как будто... Как будто все понятно бы, да? Что куда нажимать. На этом столбе... Они все одинаковые, правильно? Да, все одинаковые абсолютно. Ну, может быть... Вот это непонятно, что это в центре, что такое в центре. Может быть, вниз здесь надо поставить. Тогда здесь и вверх поставить надо. Но это точно право-лево. А вот здесь надо подумать тогда. Ну давай поменяем. Давай поменяем. Давай здесь тогда поставим вверх. А может все три нажать? Не знаю. Нам нужна еще информация. Это... Ну, давай вниз. Не. Не. И звуков никаких. Ладно, первое. Вверх. Но они что, не по ромбу стоят. Они что, стоят по кругу. Подожди. Да. Ну так я и нажал. Смотрите, первое. Или не нажатые должны быть. Почему я могу все четыре нажать? Не, ну в принципе правильно, чтобы меня запутать. Ну, смотрите, первая, вторая. Третья. Не? No power. Четвертая. Хотя, что это такое? А, не это. Тихё моё. Возле какого стоит? Это первая. Подожди. Тут ромбы возле каждого стоит. Тут два раза вторую надо нажать. Не по схемам, а возле какого стоит. Это возле четвертого. Нет, ну я там правильно нажал. Здесь вторая. И здесь вторая. Значит, вторая. А это... Вот это должна быть первая. Вот это должна быть. Вот это должна быть. Так, вот это. И там вторая и вторая. Наверное. Только вторая нижняя, а вторая верхняя. Или вторая... Подожди, какая вторая? Ладно, это здесь, правильно? Да. А там тогда поставим
Либо вверх, либо вниз, либо вниз, либо вверх. Ну давай так, а потом поменяем, если что. Но это точно так, потому что как с этими знаками. Никаких больше подсказонов же ж нет. Нора, купи велосипед, слишком долго бегай. Ну, если негде купить, создай. Вот есть колесо. Вот это вверх. Нет? Значит, вниз. А то вверх. Это что такое? Эврика. Явно не Эврика. Что делать? Подожди, но это явно так работает. Первую там нажали. Нет, подожди, может первую... Первая идет вот это. Нет, ну а как по-другому? Второй, второй. Второй, четвертый. А! Блин. Подожди. Все, понял. А какой по счету? Как их считать? Кто из них четвертый? Второй, второй. Но это вверх-вниз. Это первый слева, 100%. Поэтому он правильно стоит. Первый слева. Четвертый справа. Хотя это первый. Если это первый... Тогда это третий. Ну да, третий слева. Ну а эти, как обычно, что тут... А что тут, ладно. Возможно, люди собираются здесь все вместе. Определенные песни открывали эту дверь. Когда Гарри включил систему, он, вероятно, сделал что-то неправильно. Это вызвало оползень. Оползень уничтожил все палатки лагеря, кроме одной, которую защитили амулеты. Может, две? Может, две? Там две точки. Ну, тут первое получается. Интересно. И что за нажать-то надо? Это далеко находится. Она упавшая, но уже не рабочая. Инфы никакой тут. Может все три, кроме одной нажимать? Может реально нажимать все три, кроме одной? Давай попробуем. Одна остается не нажатая, да? Три нажимаем, одна остается не нажатая. Давайте другой вариант попробуем. Нора, ты еще любишь дождь? Так, а здесь... Здесь половина должна быть. Какая тут половина должна быть? Я не знаю, что тут нажимать. А, подожди. А вон же ж есть знак. Так мы его и видели. Да, он внизу. Здесь. Здесь все, кроме... Вот этого, так? Ну, будем считать, что так. Тут чего? Внизу нажато, а вверху нет? Так. Тут непонятно, вот это с этими двумя. С теми-то понятно. По-моему, правильно нажать все три. Мне кажется. А здесь, по-моему...
Ну, так должно работать. По-моему, вот так. Вот с этим сейчас разберусь и все. А ну дерни за что-нибудь. Никакой реакции. Кажется, тут будет реакция. Тут такой ужас творится. Так, может тут и то оставить тоже, нет? Там по бокам. Чего от меня хотите? По-моему, все сделал правильно. Чего от меня хотят, непонятно. Ха-ха-ха. Ну ладно, давайте по кругу тогда. Ну, если это так... Ну, не знаю. Ну, ладно, давайте не будем брать значки во внимание тогда. Ну, потому что оно все равно ни хрена не работает. Давайте просто тогда попробуем. Ну, это будет примитивно. Ну, а что, так не работает. Тогда просто расставим... Без знаков. А ну, отжимай все. Ну, если это ромб... Это вверх тогда получается. Правильно? Ну да. Тогда это вверх, если это так. Тогда это право, это низ, это лево. И все? Ну, если это так будет, это будет очень примитивно. Ну, я просто думал знаки как-то просчитать, но знаки тут ни для чего не нужны, что ли, получается. Тогда право. Да? Это будет низ. А я тут теорию выстраиваю. Не, будет печально, если вообще ничего не получится. Ну да, оно боже, сейчас открылось. А, так я ж там кнопку нажал несколько. Да, я ж там три нажал. А это получается последнее слева. Если так, то это вообще жуть. Пипец. Эти каменные колонны только что задрожали. Наверное, люки открываются. Ё-моё, а я тут древних майя разгадываю, блин, теории. Круг, закат, восход, добро и зло, справедливость, нейтралитет, слева закат, справа восход. А тут просто по ромбу выставит, и все. Да, надо смотреть попроще на вещи. А тут философия древней науки. Что мы хоть открыли? А, вода пошла лучше. Три нажать, одно отпустить. Икс на игрек, синус косинус, блин. Да просто под ромбу поставил и забыл про это все дело. Ладно, машина, я думаю, должна уже заработать. Воды стало больше в три раза. Открылась пластина, да, но... О, закрутилось наше колесо. Колесо вращается. Теперь мне надо дать электричество, правильно? Там какие-то дырочки... А, оно уже есть. No power. Нет, его нет. Хотя свет появился. А что это за свет? А что это засветилось у нас? Ладно, сейчас мы с машиной разберемся. Надо в дырочки попасть. Сейчас давайте сюда попадем в дырочку. Первое пошло. Есть. Вращаем далее. Зажало. Дальше. Второе пошло. Зажало. И треть пошло. Это было просто. Это было намного проще, чем я думал. Просто после прошлосерийного открывания органа с этими трубочками, я думал, тоже там ромбики надо смотреть, а там просто открыть-закрыть. И здесь та же история, блин. Да. Ну давай, что мы включим? Что, опять нет электричества?
По-моему, кто-то спер аккумулятор. Ладно, пошли, там еще было пару штучек каких-то нажать надо было. Так, и что мы дали электричество? Дальше идем по проводу. Нет, по проводу не ходи, а то одни руки останутся. Так, идем, идем. А, она пошла вверх. Вот как здесь. Вот тут нет, ничего поднажать нет. А, есть, пожалуйста. No power. Да вы охренели, а что я сейчас дал? Не источник энергии, нет? Так подожди, если я не нажму там, то энергия не пойдет сюда. А чё она там не нажимается? И чё она там мне говорит, что нет энергии? Я, конечно, залез опять сюда, на эту опасную высоту. Никакой реакции. Ну да, мне там надо сначала что-то поднажать. Так там ничего не нажимается тоже. Будет весело, если табак. Ну пошли. А, еще что-то есть. Что это такое? Кажется, эти кнопки регулируют кристалл энергии, проходящий через глубину. Чего? Чего от меня хотите? Отстаньте от меня, я не знаю, что здесь нажимать надо. Ну ладно, тут нам никто не поможет, если мы сами себе не поможем. Надеюсь, получится автоматически. Так, три прижались, две отжались, три отжались, одна прижалась. Отожались, поднажались. Притулились, отпустились. Абракадабра. Это я просто читаю этот ритуальные слова. Не думайте, что просто так. Что-то ересь несу. Спокойно. Сейчас должно что-то тут автоматически у нас хопана. И прилепиться. Чего ты отпадаешь-то, скотина? Я туда не смотрю, на кнопочки посмотрю. Так, три прижались. Две сюда отжались. Две поднажались. Три поднажались. Вот это соседнюю отпиливаем, это нажимаем. Эти три. Это поднажимаем, это нажимаем. Эту прижались. Есть. А вы думали, что это тактика была? Теперь турбина начнет вырабатывать энергию. Вы не думаете, что получилось случайно? Во-первых, это были ритуальные слова, которые я прочитал. Во-вторых, это, конечно, знания механики, физики, кибернетики. И чего там еще, не знаю. Монстрологии какую-нибудь. Все, давай, нажимаем. Надеюсь, там ни у кого руки не отлетели. Отлично, теперь энергии должно хватить. Ну пошли, домик сначала осветим. Так. Пошли сначала домик осветим. А нас это тут, ну не, тут ничего бы... А, вот, свет. Нора уже свету зовет какую-то. Так, ну вот, тут и без нас со светом все хорошо, по-моему. Так, чем мы тут не доглядели с вами? Да, в принципе, мы и без света тут справились хорошо. Что-то тут бухали. Понятно, что тут всех перебили. Так, ну и что это нам дает это? Пошло напряжение. Ох уж эти руки. Давай наверх, и там еще один рубильник возле колонок. Сейчас споем скоро. Че как споем скоро, что? Плохо всем будет.
Ползи давай, милейший друг. Как, не, как она говорит, верный друг. Что я сделал? Что-то не так. Ой, боже мой, ну да же, работа. Стой, стой. А, вот что у нее руки отпали-то. Там еще один рубильник был вообще-то. А меня уже вырубили. Нора. Нора Васильевна, с вами все нормально? Теперь что? Что случилось на этот раз? Где я? Опять руки. Что? О боже. Ой, какой ужас. Это до меня здесь, наверное, кто-то играл уже, да? Какая веселая серия у нас сегодня. Ладно, пошли. Это тот зверь, который потопил корабль. Боже мой. Нора, у тебя есть руки? О май год, что у тебя в дневнике? У меня начинается жар. Боже, нет. Неужели моя болезнь вернулась? Нора, ты знаешь, что у тебя в дневнике? Родовое дерево какое-то. Марш, Марш, Байер, Барровс, Вильямсон. Ух ты ж, ё-моё. Говорил, у тебя сапоги резиновые по пояс надо было надевать. Ой. Все рыбы погибли, они высохли в этой пустыне. То есть рыбы тебя больше всего здесь смущают, да? Погибшие. Ну да. А динозавр? Это океан? Пересохший океан? Кто-то орёт. Чуть мне-то не особо хочется. Так. Но руки на месте, это же хорошо. Трость. Нет, лучше я умру, чем снова воспользуюсь этой проклятой штукой. То есть, когда у нее болезнь усиливается, она тогда берет трость в руки, да? Ну, плохо ходит тогда, получается. Эти пятна, да, на нее влияют так? Так ты ж... Пойди. Просто камень. Ладно, пойдем далее. Опять мы выходим к этому месту, только в потусторонней реальности. Воздух такой сухой. Нужно найти. Что? Пустыня. Ой. Тогда она себя вспоминает, как она болела. Моя кровать. Еще одно воспоминание моей болезни. Это она с Гарри была в первом воспоминании. Вот теперь она снова видит свою трость, кровать. Сколько раз я думал, что умру, лежа в этой постели. Вот что за дырочка. Шарфик. Не знаю. Выгнутый другой столб, и снова эта ромбовидная штука. Вот это зачем? К чему это? Не могу больше, все как в тумане. Да ладно, иди вперед, это же он выход. Он дом твой. Это дом? Это дом. Это дом. Монстр на клык упал.
Это не просто дом, это наш дом в Энглвуде. Я сплю или схожу с ума? Рыбки пошли. Я думаю, и то, и другое, Нора, и то, и другое. Нора Васильевна, не волнуйтесь, все нормально будет. Гарри, а ты дома? Это наш почтовый ящик Эверхартов. Кари? Кари? Воу, дом-то у нас тут немножко крыша протекла, походу, в последний дождь. Я так по тебе скучала, мой сердечный друг, 30-й год. Пикничок с братом и сестрами Гарри. Вскоре после того дня я начал носить перчатки. Так. Пошли. Я точно схожу с ума. Да ладно, небольшой дождь прошел, но со всеми бывает. Не понимаю, что происходит. Гарри, ты... Кари? Гарри, ты забыл закрыть воду в кухне? Это мы поем. Сладкая парочка, Эверхарт, отличный дуэт. Новый год. Гарри принес мне это ожерелье из одного из своих походов, старьевщик. Это фотография меня и моей мамы. Тут ей только что стало хуже из-за болезни. Тут даже не славный счастливый день моей жизни. Даже не переворачивается только в другую сторону. Что там было? Одна из немногих фотографий Гарри, где он без очков. Друзья, здесь проблема. Фух, лучше ее не трогать. Я думал, завис. Так. Так. А, вон что-то там красивое лежит. Подожди, здесь воды уже нет, да? Да, вода закончилась в коридоре. Музыкальная шкатулка моей мамы снова. Гриттин Фром. Кузен Роберт? Но у меня нет кузенов. Как жаль, что тебя здесь нет, кузен Роберт. Под водой, слышите? Может, он потонул? Ваш кузен Роберт. Это что за радио? Ну ладно, давай посмотрим, что это за шкатулка. Какая милая мелодия. И я начинаю просыпаться. Снова в этот дождливый ад. Поэтому мы и тонули, наверное, потому что дождь-то хлещет на фейс. На фейс Норы Васильевны. Ну, с добрым утром. Опять эти руки. Нет. Уберите их. О, что это было? Очередной слишком яркий сон? Опять моя музыкальная шкатулка, на этот раз она не была сломана. Это цепляющая мелодия. Руки, вернитесь ко мне. Ну я же не могу без вас. Вот я в руках. Я в своих руках, ладно. Так мы включили эту фигню? Да, включили. Пошла мелодия туда, куда надо. И там еще один рубильник был. Пошли. Пора, время спеть нашу мелодию, мне кажется. Может и станцуем, смотря как, какое электричество сюда у нас ударит теперь в этот раз. Это ты, Нора? Надеюсь, что это ты. Иначе мы сейчас все обделаемся здесь. Так, ну давай, последний рубильничек.
Что бы это значило? А, пора, наверное, кое-что сделать, да? Сыграть? Ну, давай, Нора, твой выход. Я не пела с тех пор, как заболела, но стоит попробовать. Да откроются ворота. Да уйдет болезнь. И да разразится этот мир. Это, извините, я в руль вошел. Орган заработал в полную мощь. Нас не остановить. Откройся же дверь и впусти Нору Васильевну внутрь. Это было впечатляюще. Все, всем спасибо, концерт закончен, пошли. Все, пошли, пошли, пошли. Здесь слишком мокро. Мы все тут все посмотрели, надеюсь, что да, ладно, давай. Ой, наконец-то здесь хорошо. Тепло, уютно, темно, вообще нифига не видно. Похоже, это священная земля. А мне понравилась мелодия, кстати. Как она пела. Норы Васильевны есть дар, да. Но мы не одни сюда вошли. Гарри уже был здесь. Гарри уже тут обитал. Ел тушенку. Запивал самогонщиком. Съел проводника, который с ними был. Так, снова вот эти картиночки. Они окунули его в черную жижу. Кого? Вот лестница есть. Возможно, дыру в стене проделал оползень. Должно быть здесь. Они проникли в храм. Так, а ну давай почитаем чего-нибудь. Еще целая страница загадок. Так, собрана Гарри и его парнями конструкция, запитана гидроэлектрический генератор. Но водопад не может провернуть колесо, он слишком слабый. Мне удалось открыть люк, и теперь поток воды достаточно... О, теперь правильно написано. Мне удалось включить питание, но от удара током я потерял сознание. Затем у меня случилось странное видение. Пустыня, полная скелетов, странных морских существ. А еще там дрейфовал наш дом в Энглвуде. Внутри я нашла музыкальную шкатулку, она играла музыку. Эта мелодия не выходит у меня из головы. Видение было таким реалистичным, такое ощущение, что это был не просто сон. И эта песня, мне кажется, она как-то связана с островом. Когда я встала перед микрофоном, у меня в памяти всплыла мелодия из музыкальной шкатулки. Я начала напевать ее. С громоподобным звуком предо мной проявилась громада храма. И дверь открылась. Странно, но откуда-то я знала, что песня была правильная. Дверь храма ведет к спиральному залу с фресками на стенах. Они окунули его. Только не надо вот это запоминать. Я вас прошу, мне тут эти ромбики уже мерещатся уже. Ее руки изменились, как в моем соне. А, они в эти превратились в жабры, да? Посмотри на эти пятна, они похожи на те, что на мне. Но если это пятна, то тогда пусть будут пятнами. Нора, ты что, превращаешься в рыбу? Теперь он стал каким-то рыболюдом. Вот куда все идет. Рыбный народ. Привет, Лавкрафт. Рыбы всех видов и размеров. Мы уже проходили однажды игру по Лавкрафту, помните? Похоже на уменьшенную копию огромной рыбьей головы. Так ты у нас рыболюд. Так, есть тут пару заметок. Верхний этаж, туннель, нижний этаж. Кажется, это такой же подъемник, как в лагере. Верхний этаж, туннель, нижний этаж, еще один подъемный механизм, судя по всему.
Так, твои родственники, Нора. Общий узор рыб. Этот узор кажется очень знакомым. Пятна? А, так ты себя сейчас определишь, какой ты породы. По пятнам, да? Какой ты вид, вернее. Так. Она переживает за него, кажется. Уже 3 дня, как Гарри там наверху, и до сих пор от него никаких вестей. Что он нашел? Хотела бы я тоже подняться туда. Это пишет Кассандра. Одна из немногих, которая осталась вместе с Гарри. Так, тут никаких головоломок. Гарри использовал древний подъемник, чтобы взобраться на вершину храма, и пропал там на несколько дней. Что же он там нашел? Хм. О. Нам кнопочку нажать. Так, а где ж Кассандра? Где ее труп? Кассандра? Если ты не поднялась, значит, ты же должна где-то здесь валяться. Нет, может, она потом поднялась за ним. Ну ладно, пошли. Куда он меня несет-то? Куда? В потолок. Шмяк? Нет. Похоже, я нахожусь внутри той огромной рыбьей головы, что я видела снизу. Ага. Опять эти ромбики. Я не хочу их уже видеть, эти ромбики. Вторую серию подряд ромбики. Так, ладно, давай разбираться, что это такое. Мы это видели. Жизнь живой. Удивительно, как слова и символы сохраняют свое значение тысячелетиями. Это жизнь, да, получается? Мне это стоит запоминать или не стоит вообще заморачиваться? Жизнь живой, ладно. Подожди, куда ты это записываешь? Че, одно слово, что ли, написано? Ну, зарисуй хоть что-нибудь. Так, ромбики, ромбики, о боже мой. Ой, шарики, ромбики. Так, ищи еще что-то. Кровь. Кто-то лупил по стене, пока не сбил руки в кровь. Это был ты, Гарри? Может, Кассандра. Так. Превращение, эволюция. Кажется, это было легко. Кому легко было? Блин, вы что, не можете зарисовать? Я забуду вот эти ромбики. Как они выглядели-то? Это что, часы? Так, письмишко. Сердечная моя Нора. Хотел бы написать что-то другое, но давным-давно я пообещал, что никогда не буду тебе врать, так что говорю как есть. От твоей болезни нет лекарства. Эта штука твоей крови меняет тебя, изменения продолжаются, пока не завершатся, каким бы то ни оказалось это завершение. Мы никогда не можем это остановить. Сердечная моя подруга, напарница, любимая, прости меня. Я столько ошибок наделал. Все эти смерти, Фрэнк, Дэвид, Рой, все они погибли из-за меня. Все было напрасно, простите. Возможно, Тихаро прав. Возможно, у нас получится вернуться на побережье и построить плот, чтобы добраться до Папиэта. Возможно, менее через месяц я Ой, он не дописал. Лекарства не существует, но он не дописал письмо. Что ж ты наделал, Гарри, где ты? Не знаю, одно, домой ты так и не вернулся, так что... Что же мне теперь делать? Вдруг ты еще на острове, должна тебя найти. Наконец-то Нора начала понимать, что ситуация труба, а не какая-то прогулка. Те, в ком есть кровь Бога, это значит, что... Это связано со мной, с моей болезнью? Те, кто, в ком есть кровь Бога, превращение, судьба неизбежна, вода плюс животное... На вечная жизнь, жить вечно. Короче, в ком есть кровь Бога, превращается в животное, то есть в рыбу, и живет вечно? Рыба-люд? Так, это что? Так вот, как помечается направление символов. Панели крутятся, если двигать диск. Начало предложения, заменю север. Гарри, ты не мог написать просто? Нажать тут-то кнопку, нажать, подойти там, нажать тут-то кнопку, и там что-нибудь нажать.
Поэтому мы тебя не можем найти. И помрешь так с голоду. Вечный плюс жизнь. Начинаю понимать этот язык. Я рад за тебя, Нора. Вечность, бесконечность, беспредельность. Было очень трудно его понять. Отличная работа, Гарри. Я вас сейчас здесь оставлю, миссис Гарри. Будете сами разгадывать, что это музыка. Мой сердечный друг. Наша любимая песня Джона Маккормака. Хватит музыки. Воздух. Так. Что мы с вами имеем, господа? Практически ничего хорошего. У нас есть какие-то буквы, что-то не дорисовалось, что-то дорисовалось. Тут явно должны были быть рисунки, но их и нет. Подъемник достал меня на второй уровень. Какая удивительная технология. Эта цивилизация использовала ту же черную жижу буквально для всего. Верхний зал — это огромное помещение внутри рыбьей головы. Оно украшено фресками со странными фигурками. Видимо, Гарри понял, что это символы, слова, и долго пытался понять их значение. Признаюсь, честно, мне страшно это писать. Гарри уверен, что от этой болезни нет лекарства. В этом полном недомолвок... В неоконченном письме он пишет, что мое тело продолжит меняться до тех пор, пока не завершится. Но какое завершение он имеет в виду? Смерть? Не похоже. Ну как, какую? В рыбу превратишься. Гарри использовал древний подъемник, чтобы добраться. Ладно. Что тут не нарисовали? Ничего. Я тут что-то не дошел еще, мне кажется. Вот еще какая-то фигня. Гарри не просто так пометил этот символ, его надо записать. Животное animal, рыба, то есть, да? Вот он. Водное животное появилось, кровь бога. Предначертанное неизбежное превращение в вечную жизнь. Сложный узор. Это нажимается? Тут даже расставили как надо. Это что? Наконец-то рисунки стали появляться. Жизнь, вечность, что-то там. Но их надо зарисовать, да, тогда они появятся. Вечный. Ну тут нет еще одного слова. А, вот эта записка, которую я не нашел. Вода, жидкость. Я несколько раз видел этот символ на фресках. Думаю, он относится как к воде, так и к черной жиже. Так, ей зарисовали. Все, мы заполнили. Превращение. Жидкость. Жизнь. Вечный. То есть тут нажать, тут два нажать, тут три нажать. И что? Хорошо. Это не нажимается? Нет. Это откроется. Так, это у нас жизнь, да, получается? Еще есть какая-то инфа? Кровь бога, водное животное, предначертанное... Ну да, кровь бога первое, предначертанное, неизбежное второе. Водное животное третье. Ну да, как и писалось в записке. Так, давай начнем с крови бога первого. Как нам поставить по диагонали это все дело? Так, кровь бога, подожди. Кровь бога это... Кровь бога это... Это... А где тут кровь бога? Превращение вечный. Вечный, наверное, да? Кровь бога вечный. Вот это. Предначертанное неизбежное. Это превращение. Жидкость. Это вот это. Жизнь. Вот. А чё тут так?
Вечный. Ну давай начнем с вечного. Вечный вот. И как мне выбрать это? В какую область? Вот эту область надо выбрать. Первую, кровь Бога, да? Это первый или второй? Ладно, пусть будет первый. Так, второй. Это предначертано неизбежное. Это превращение, правильно? Да, это вот это вот с двумя... С двумя фигулинами, вот этими вот. Это второе. Так, есть. Третье. Это водное животное. Ну и последнее, это четвертое. Это вечная жизнь. Это жизнь, вот. Четвертое. Казалось бы, да? Все выставил правильно. Но я ж не знаю, где какая должна стоять. Может быть, кровь Бога первая... Должна стоять справа. А, тут она помечена, куда должно стоять. Все-таки да, на одну сдвинуть в бок. Короче, на одну вправо сдвигаем, да и все. Я опять, правда, смотрю в ромбики и на них ориентируюсь. Нифига не вышло. Но было очень интересно. Так, кровь Бога. Первое. Вечный. Справа. Хотя показана вот эта часть. Да, она ничего вообще, наверное, не значит. Наверное, да. Очень весело. Очень чудесно. Тут, наверное, тоже все просто должно быть не так, как я думаю, да? Подожди, кровь Бога первая. Тут, главное, ничего не нажимается, нет? О, есть что-то тут у нас. Гарри запустил бутылку в стену. Интересно, почему он это сделал? Рассердился из-за того, что не смог это расшифровать, или наоборот, узнал что-то после расшифровки? Разбитая бутылка из-под спиртного. Это Гарри, он терпеть не может алкоголь. Может, это Кассандра, которая не смогла войти следом. Ладно, давайте думать дальше. Ну, там же кровь еще есть, ну, смотрите. Ну, это чья рука? Какого-то гиганта. Так, ладно, давайте смотреть. Это у нас жидкость. Жидкость — это три. Может, просто расставить по порядку, как я сделал это с предыдущей. Может, не заморачиваться, да? 3, 4, 5, 6. Короче, давай начнем, наверное, с верха. Первый — это верх, пусть будет, а дальше как будет. Второй направо отправим. Я там тоже заморачивался, высчитывал. А в итоге их просто надо было в форме ромба расставить, да и все. Так, это вниз надо отправить. А ту вправо тогда, влево повернем полностью. И все, и будет отлить. Ё-май, да тут все просто. Ну, господа хорошие. А теперь давайте попробуем понять, почему именно... А, тут вниз. Две вниз, короче. Вниз пошла вечность. И вниз пошла жизнь. А, вечная жизнь. Оно ж вместе... Вечная жизнь вместе должно быть, четвертое. Ну да, вечная жизнь — это общее. Общее вниз, правильно. Оно одно направление идет. Водное животное. Превращение, жидкость. Жидкость. А почему жидкость вверх пошла? Ну эти две я понял. Они вместе должны быть. Не знаю, почему вниз.
Жидкость вверх, а превращение вправо. Превращение 2 вправо, да, стоит. Ну да, вправо. Ну, можно подумать, что здесь стрелочка, наверное. И 1 влево, это влево, вверх. Но если то вниз, то это должно быть вверх. Либо просто посмотреть сюда, да? Ладно, в любом случае мы это открыли, мы молодцы. Хотя тут несложно было открыть, тут просто выставить правильно. Рано или поздно вращай все, и рано или поздно ты попадешь куда-нибудь, а может и нет. 4 варианта по 4, нет, много вариантов, можно было и запутаться. Но единственное, что надо было две вместе в одном направлении куда-то направить. Это уменьшает количество вариантов. Это еще не закончилось, тут еще веселье будет. Тут еще там-тамы какие-то. Так, что это еще у нас тут? Не могу продвинуться дальше. Кажется, Гарри не удалось пройти дальше. Я все перепробовал, но это просто не работает. Маты. Что мне делать? Я верно воспроизвел последовательность, и моя рука, у меня не получается заставить эту штуку работать. Мне нужно пересечь реку внизу, хотя ради чего? Так, мы сейчас, у нас же идеальный слух просто. Сейчас мы как сыгранем. Это что-то вроде барабан. Я же говорю, там-тамчики. Ё-моё. Технологии не перестают меня удивлять. О, я специально не комментировал, просто надо было слушать. У Гарри не было просто музыкального слуха, образования, не то что у нас с вами. Все получилось, мы активировали эту мелодию. С первого раза, между прочим, повторили. Ну а теперь надо, да, сломать себе два пальца и вставить сюда ладонь. Гарри сказал, что у него не получилось, у меня тоже не получится. Да Гарри сюда не дошел даже, если только моя рука, она другая. Воу. Ладно, Нора, ты знаешь, что делать? Юпс. Понеслось. Понеслось. Ну и куда мы с вами заваливаемся? Ой, снова водная гладь. Мои руки, только посмотри на них. Это точно не сон, и теперь я сомневаюсь, что все остальное тоже мне приснилось. Ну вот ты уже и превратилась, Нора. Чка. Глава 5. Затонувший город. О, мы тут с вами уже в 5-ю главу вошли. И это уже не сон, и руки снова преследуют Нору. То есть она сбросила свои старые руки, и теперь у нее совсем новые, более практичные, особенно под водой. Ладно, друзья, давайте на этом закончим. Впереди 5-я глава, будем плавать. Этого мы еще с вами делали, но не так долго, как, я думаю, в этой главе будем. Может, Гарри тут еще где-то превратился в какую-нибудь осьминожку. Посмотрим. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедвер Игровые Миры. До новых серий в Зое Моря. Пока.